девочка, значит, такая, ну, с определенными недостатками, такая слабоумная, там, это Крохин любимый анекдот, плещет ручками, раз, золотую рыбку выкинул на берег. Ну, это вот как раз, взяла рыбку, так, говорит, девочка, отпусти меня, я 3 желания исполню. Он говорит, правда, что ли? Он говорит, правда. Хочу, хвост был такой, как у крысы. Такой лысый и длинный. Ну, раз хвост. Она ходит, прикалывается, так ей смешно. Хочу нос такой, вот, чтобы с бородавкой. Ну, значит, сделал нос с бородавкой. Говорит, ну, давай 3-е желание. Хочу, чтобы усы такие, как у слона были. Ну, уши, как у слона, нос, хвост. Ходит в воде, шлепает. Так смешно ей. Рыбка говорит, ну, все, девочка, отпускай меня. Ну, она начинает отпускать рыбку. Говорит, стой, стой, ты мне только ответь на вопрос. Почему ты не попросила, чтобы я тебя сделала богатой, умной и красивой? А тебе можно было, да?